К нам обратились 18 человек, из них трое детей. Всем в момент обращения была оказана помощь. Кому-то на месте, кому-то в приемных отделениях больниц, кто-то был госпитализирован. По итогу госпитализированы у нас были трое человек, один взрослый, два ребенка. На сегодняшний день в сочинских больницах пострадавших с этого самолета у нас нет, потому что дети выписаны, а взрослый человек переведен в первую краевую больницу. Жизни этого человека ничего не угрожает, медицинская помощь оказана. Напомню, ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Следственный комитет возбудил дело по факту аварийной посадки. В Росавиации рассказали, что посадка «Боинг» производилась в сложных метеоусловиях. Есть несколько версий аварийной посадки, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб, назначенные экспертизы. На месте погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян, который первым прибыл на место и помогал эвакуировать пассажиров. У мужчины не выдержало сердце. Сегодня подготовлены документы для награждения его орденом мужества посмертно.